Всем салем, как вы, как настроение? Так, здравствуйте. Отлично. Так, спасибо большое, парни, что пришли, со своими искренними постыдными историями, потому что, ну, многие отказывались, но вам терять нечего. Да, за спасибо, спасибо тебе за это. Спасибо, что позвал, да. Ты же звал? Нет, или я сам пришел просто? Нет, я даже вас не знаю. Это вот «Ак-жол», для тех, кто не знает. Сериал «Черный двор», кто не смотрел? Да, «Ак-жол». «Ак-жол», привет. Всем привет. Спасибо большое, что пришел. У тебя есть, надеюсь, постыдные истории, кроме того персонажа, который играл в «Черном дворе»? Я, короче, четырех пацанов. Формат шоу очень простой. Сегодня вам нужно будет рассказать свои постыдные истории. Те истории, когда вам было стыдно, неловко, когда вы просто мечтали, чтобы у всех на телефонах закончилась память, и это никто не снял. Вы рассказываете какие-то постыдные истории, и автор самой непостыдной истории, на взгляд зрителей и наш с вами, должен выполнить какое-то задание. Они у нас здесь на карточках. Победитель, кто расскажет самую постыдную историю, вытянет для проигравшего то самое наказание. Там разные наказания, там, например, побриться на лыс. Я чувствую, вот, что я проиграю. Я прям чувствую. Я иногда рассказываю просто вначале свою какую-то историю, но я сейчас не совсем помню. А, вот, есть одна история, когда было неловко. Знаете, когда ты родитель... Вы родители, нет? Нет, нет, пока нет. Ага. Надеюсь, есть родители? Надеюсь, нет. Ага. Смотрите, я просто заметил такую вещь, когда ты родитель, иногда бывает неловко из-за того, что ты не знаешь, что объяснить своему ребенку. Ну, как правильно или как неправильно. Потому что он каждый раз, когда растет, ты вначале можешь ему все объяснить. Ты говоришь, ну, это вот так и вот так. Потом он вырастает, ты говоришь, ну, наверное, это вот так и вот так. Потом он еще вырастает, ты говоришь, ну, я не знаю. Потом он еще вырастает, ты сам к нему подходишь, говоришь, а это как это? Вот. И есть моменты, когда ты не знаешь. Вот, и я не знаю, как правильно, как хорошо, как неправильно. И у меня был такой момент, у меня у дочки где-то года три назад был день рождения. Ну, у нее каждый год день рождения, но этот был три года назад. А мы праздновали три года назад только. Да. Раз в пять лет. И она позвала своих друзей там, со школы, со двора, с секций. Фиксиков. Да, вымышленных друзей. И она говорит, не придут вот эти и вот эти. И там среди тех, кто не придет, мальчик, допустим, его зовут Игнат. Ты как-то вот заранее придумал, как будто его. Игнат? Ну, давай Федот. Да, хорошо. Легче стало сразу. Да, ну, короче, смотри, этот Игнат, он... Она говорит, он... Игнат не придет, потому что он сказал, что день рождения придумал какой-то чертик. И потом на следующий день мы кушаем, и у нее звонит телефон. Ну, типа, Игнату нельзя по религиозным убеждениям ходить на день рождения. И у нее звонит телефон, и там Игнат. И она поднимает трубку и стоит на громкую связь, и он такой, я хотел тебе объяснить, почему я не приду. Он говорит, да я, в принципе, понимаю. Да мне уже плевать, если честно. Дочь вот так ответила. Он говорит, пожалуйста, выслушай причину. Он говорит, да можешь не объяснять. Нет, пожалуйста, выслушай причину. Я сейчас в руке держу книгу Бога и хочу рассказать тебе псалмы. Итак, книга 5, стих 6. И тогда Авраам сказал... И она смотрит на нас такая... Что делать? И мы такие, мы не знаем. И она говорит, что делать? И он оттуда, ну, свою проповедь ведет, и он прям не останавливаясь читает. И она говорит, что делать? Я говорю, ну, это его религия, ты, главное, его не обижай. Просто скажи, что ты занята. И она такая, а, хорошо. И она такая, Игнат, послушай. И каждый, кто возьмет, Игнат, пожалуйста, послушай. Да, что случилось? Извини, у меня Аллах. Это она так поняла твою фразу, скажи, что ты занята? Типа... Да, я на смотрит. А, типа на вас. Она уже не одна. Да, она смотрит на нас, мы просто в шоке. И она говорит, я что-то неправильно сказал. Нет, чисто технически все верно. Спасибо, что не сказал на второй линии. То есть это тот случай, когда она вас научила чему-то, правильно? Да. Мне кажется, это хорошая фраза, чтобы от тебя отстали вот эти вот, которые вот подходят и говорят, вы верите в Бога? И ты говоришь, извините, у меня Аллах. Можно мы вам этот IDTV подключим? Не-не-не, у меня Аллах.
Вот, ну, какие-то вот такие вот странные случаи, если у вас есть, давайте, не стесняясь, рассказывать. Я просто рассказываю, почему, потому что, чтобы вам не было стыдно, потому что, ну, мне реально иногда бывает стыдно. Вот, пожалуйста, кого начнем, у кого есть интересная история. Что, я? Давай, ладно, я. Мы втроем договорились, что ты рассказываешь. Да, так, прежде чем... Давайте поаплодируем, чтобы с Евгением его последнюю историю. Вообще не горжусь этим. Мне чрезвычайно стыдно за все, что я сейчас буду рассказывать. Во-первых, я понимаю, что если это выйдет на YouTube, об этом узнают родители, вообще все, кому я должен, все, кому я должен денег, вот так скажу. Ладно, шучу. Так, какое-то время в моей жизни было такое хобби у меня, очень увлекательное хобби. Все деньги туда сливал. Да, просто можно вопрос, что за это еда? Сейчас скажу, я же вот рассказываю. Он вот сейчас. Чуть-чуть, 3 секунды подождал бы. Да, хобби, а вы его знаете как боди-массаж. Ну, в смысле... Подожди, было? Было? Посетителем. Да, было. Ходил посетителем. Да. Нет, если бы я работал, это я бы назвал это не хобби, а работой. Не, вдруг ты бесплатно. Что? Бесплатно там работал. Нет. Получается хобби. Это стажировка уже называется. Вдруг ты такой делаешь и такой, по идее, это моя не основная работа. Я чисто так для души. Да, все деньги какое-то время. Я реально говорю какое-то время, потому что я уже не хожу. Какое-то время тратил очень много денег. Да, я сейчас в отношениях. Не, я ничего, я просто подтверждаю, что ты... Ты очень неприятно подтверждаешь. А скажи, пожалуйста, боди-массаж, это же типа массаж тела? И тело. Массаж телом. Нет, это бари-массаж. Телом по телу тебе делают массаж. А вот просто какой-то человек берет какого-то человека и телом по тебе вот так. Да, а скажи, пожалуйста. Маленький человек. Скажи, пожалуйста. С тебя брали надбавку, потому что у тебя тело больше. Надбавку типа как этот, как в автомойке, которая легковая, грузовые. Да. Я с багажником были, ты скажи. Я захожу, мне чисто обстрелять можно меня вот так вот. Да. Но обстреливал ты. Ага, и чё? Нет, какой-то момент было понравилось, потом не понравилось и понравилось. Короче, да, ходил, тратил много денег туда. Для тех, кто не знает, есть тот, кто не знает, что это такое? Я не знаю. Я сидят довольны, угорают. Все, вы поняли же уже. Мне нравится, как мужчины переглядываются сейчас. Да. Я с женой пришел или нет? Да, боди-массаж, салон эротического массажа. Теперь понятно? Так, вы меня провоцируете, да? Она, знаешь, так сидит, как будто покажи. Нет, я не знаю. Да, массажный салон, где очень мало массажев. Но очень много меня. Да. Массаж, потом сюрприз в конце. В общем, да. Ё-моё, кажется... Блин. Нет, это просто здесь жарко. Это нет, масло, нет. Брат. Да. Ага. Я его выделяю уже. Оно с меня само стекает. Настолько ты сильно вложился там. Короче, да. Ужас. И вот, однажды ночью, естественно, днем туда никто не ходит, если что. Да, однажды ночью решил пойти в такой салон. Днем там ремонт обуви же, пойди. Нет, ремонт телефонов, чехлы продают вот это. И, короче, да, иду в такой вот салон, и мне дают прайс-лист. Вот, там есть прайс-лист, типа, услуг. Типа, не просто точка, а типа какая-то... Королевская, необычная, в 4 руки, всякие вот такие приколы. 4 руки? Ну, типа да. Шива выходит. Нет, она свои... Она... Гора выходит. Нет, она своими и моими еще руками. Мои 2 руки и ее 2 руки. Она тебя учит, знаешь, как эти, как когда приходишь на эти глиняные горшки делать, этот мастер берет твои руки и вот так вот делает, вот так вот. Да прекратите, мне тяжело это рассказывать. Нет, ну ты сам выбрал рассказывать. Я уже пожил. Ладно, другая история. Я не хочу это рассказывать дальше. Надеюсь, мы записали это.
забегая вперед, скажу, что там будет две истории. Две. Одна следующая история. Короче, одна тема. Но у тебя тоже в двух актах. Да, да, в двух актах. Ты так не забегай. Вот, Анжел сказал, у него два дня. У меня там один день, и спустя где-то полгода второй день. Вы встречаться начали? Ты там так долго? Как я расстался с массажисткой. Короче, захожу, спрашиваю, типа, какие у вас есть услуги. Мне дают вот это меню, которое... Меню. Из караоке, да, вот это кожаное, которое... Все про хавчик у него, меню. Я открываю Red Bull, вот это все перелистываю. Лагман мне не буду. О, женщины. И вот, я смотрю, и там есть процедура, она называется... Мне очень интересно стало, она стоит там немного дороже. Она называется аквабоди-массаж. Что такое аквабоди-массаж? Спросил я. Она говорит, это почти та же процедура, но в джакузи. Ага. Все, есть вопросы? Ну, вот мне за это было стыдно. Все, конец истории. Я ухожу. Дальше не хочу просто рассказывать. И я говорю, давайте, да, попробуем, прикольно. Они говорят, все, проходите, вот вас мастер забирает. Мастер. Они так называют, да. Они... Там такой китаец с длинными усами. Если вы не знали, если вы не знали, они называют этих... людей мастерами, мастерицами. Ну, в смысле, мастерицы или мастер? Там, там еще бакалавр, да, есть у них там? Да-да-да. PhD. Да, мастерка. Спортивка же есть. Мастер. Так, и вот она говорит, да, мастер сейчас за вами придет. Это девушка? Да, девушка. Девушка. Просто ты говоришь мастер. Я надеюсь, что это девушка, я не знаю. Я такой, все, я в предвкушении, куда-куда, где у вас тут джакузи, пойдемте. Все, спускаюсь за ней. Она говорит, спускаешься? Все. Ну, там внизу было. Да. Ага. Ну, она маленькая просто. Она же мастер, как угвей маленькая. И мы идем, она говорит, все, раздевайтесь. Я тоже пошла раздеваться, все, раздеваемся. Она пошла набирать ванну, я все сижу, такой, блин, что-то будет сейчас прикольно. Наконец-то помоюсь. Как раз грязная пришла. Она говорит, все, пойдемте, я иду за ней. Потрясающая атмосфера вообще. Невероятно. Потрясающая? Да, да, в смысле, идешь вот в эту комнату, где джакузи, все, там парень стоит, на пальце дует. Или ему плохо, я не знаю. Вот, и потом адрес скинь просто, и все. Да, я, короче, иду. Она говорит, пойдемте, все, там приглушенный свет. Свечки везде расставлены, все вдоль, по джакузи, все вот там. Люди музыка. В капюшонах. А? Люди в капюшонах. Знаете, которые... Да-да-да. И все, вот это джакузи огромная, пена, все, музыка играет, свечи, все. Я такой, вау, как круто. Она заходит туда. Встает на колено и кольцо дает. Я иду за ней. Она говорит, все, проходите, я говорю, все, встаю туда, говорит, ложитесь, можете все прилечь. Я такой, все, я лег, я кайфую жестко вообще. Я, вау. Ну, то есть ты пена там вот это? Вот это все, я кайфую, все. Она что-то там, перчатку достала намыливать, которые эти вот мочалки пилинг перчатки. Да, пилинг делает. Она вот так открыла кран и под него так руку мочится, что-то намыливает, поворачивается назад на меня и начинает жестко орать. Паника у нее. Вот так она прям орет и страшно. Я думаю, что случилось, что? Гори! Я говорю, что горит, блядь? Как оказалось, я когда кайфовал, вот так голову назад откинул и головой свечи задел. У меня волосы начинают гореть. А ты не чувствуешь? Я не чувствую. Я потом понял, думаю, бля, кто барана жрет? Вот это, знаешь, когда это... После боди, знаешь, что такое, говорит, хурдак так намечается, знаешь, как говорится. Знаешь, вот когда голову барана поедешь, да, 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 вот, да, вот это, который... Откуда этот запах, я думаю, да? Вот, лежит думал, баран. Она кричит, горит, типа, я огонь. Лежит, кайфует там. Да, еще песня играет, ты горишь, как огонь. Я лежу, она орет, я говорю, что горит, что? И вопрос, как мы тушили этот огонь, да? Два взрослых человека. Она просто тебя взяла? С высшими образованиями, я надеюсь. И вокруг нас вода, я напоминаю. Мы не придумали ничего лучше, чем просто бить меня по голове. Я ударил, она ударила, я ударил, она ударила. Я такой, и просто я вот так под воду ухожу.
просто без сознания уже из-за ударов. Все, она меня вколачивает в воду, вода поднимается, я такой, ну вот и Эврика, вот она. А она тебя била вот этой перчаткой намыленной. Да-да-да, чтобы потушить. И вот так тушит, я говорю, все-все, мне уже все, уже стыдно, короче, в моменте. Я такой, какой ужас, говорю. Все, мы потушили, я потому что под воду ушел. Я такой, все, я оттуда выплываю. Я говорю, забегая вперед, никто мне в итоге ничего не прочил. Потому что она каждый раз, когда пыталась все это начать, она это все вспоминала и угорала. Я говорю, блядь, прекрати, говорю. Я говорю, прекрати. Она говорит, все, ладно, пойдемте в комнату. Домывайтесь сами. Я такой, нет. Ой, я после этого вообще, я теперь в эти массажные салоны хожу, я теперь план эвакуации спрашиваю. Вот такой человек. Вот стены термостойкие, да, точно, нормально? Да, я в моменте подумал, блин, как было бы грустно, если бы я там умер. Как бы мои родители объясняли это родственникам на похоронах? Как стыдно было бы. А что это? Блин, так жалко, молодой такой был. А что, он болел, что ли? Да, у него спина болела. На массаж пошел, сгорел. Как? Я вот это представлял, как было бы стыдно вообще. Я такой, меня эта история ничему не научила, я продолжал ходить, и вот однажды я... Продолжал ходить к ней? Продолжал, не к ней, нет, я уже в более безопасные места начал, проверенные. Вот эти огнеупорные. Да, однажды в Москве я сходил в подобный салон. А, уже в Москве, да. Уже в Москве, здесь это раньше я в Алмате в тенге тратил, там уже рубли. А, ты подумал то, что типа там лучше, поэтому туда поехал. Не, он горел и бежал до туда вот так. Я однажды в Москве пошел в такой салон, после выступления заработал денег, все, вау, все, идем. Там два моих друга, имена не буду говорить, местами поменяю. Я им обещал, что не буду их имена говорить. Игнат. Игнат и Федот. Игнат и Федот, все, мы идем. Довольны втроем, стендап-комики, мы втроем мы идем, угораем. Все такие, вау, один из нас там первый раз идет парнишка, он такой, блин, что там будет? Мы ему там выдумываемся. Там, блин, вообще там... Там щупальца. Да-да-да, что-то вот такое, короче, ему выдумываю. Заходим, все, стоим втроем с пацанами, выходят девушки, вот эти мастера, и нас спрашивают, типа, вот выбирайте. Мы выбрали мастеров, и мы выбрали, и они все уходят, и последняя, которая уходит, она поворачивается к нам и говорит, а я вас узнала, и убежала. Я у администратора спрашиваю, это кто, говорю? А, это, она говорит, она вас узнала, у нее есть с вами фотография. Мне говорит, про меня, я такой, что? Я говорю, а я кого выбрал? Говорю, вы вон то выбрали. Можно поменять на вон ту, которая меня узнала? И она показывает фотку, а там у тебя голова горит. И в ванной вот так. Она мне говорит, да, конечно, можно, говорит, присаживайся, все, я сижу, жду, она приходит, она говорит, привет, я говорю, ну, привет, садись, говорю, рассказывай. Она говорит, ты чисто собеседование решил устроить? Сколько лет этим занимаешься? Вот так? Прости, это было прямо в процессе или ты... Нет, вот она только зашла, я говорю, заходи, что у тебя там, рассказывай, телефон показывай, фотки. Она говорит, да, я ходила на выступление, у вас была техническая вечеринка стендапа на ТНТ и показывает фотографии со мной там. Еще три комика там. А, ну пойди, можно же говорить, она же на стендапе. Там Гурам Амарян, Серега Зорик, Руслан Мухаммед, Фанасимис фоткал, и со мной фотка. Я говорю, нифига ты меня запомнил. Да, мы на стендап тут рядом ходили, да. Такой, блин, как круто, я такой, да, интересно, узнали. И все, и лежим, она делает массаж, и у них по процедуре есть просто, типа, вести разговор, типа, с ребятами, которые в они массаж делают. В смысле, вести разговор? Ну, типа, просто такой, типа. Отдельная услуга. Че, как дела? Че, дороги плохие. Ну, типа, я спрашиваю, я лежу, она меня спрашивает, как день прошел? Просто вот, типа, по этикету, как день прошел? Я говорю, круто, думаю, я же приколист, комик, пошучу, я говорю, ничего, вот, типа, с ребятами выступили, денег заработали, и вот у вас тратим. Ну, вот, согласен, она тоже не смелась. И вот, если честно, стыдно за эту шутку было, так себе. И вот тут она мне отвечает, она так массирует, говорит, ну, мы тоже тут ходим, дочим, потом на вас ходим. Я лежу, я говорю, ну это, я лежу, я вот, я всю вот эту историю, которую я вам рассказывал, мне самое, что обидно и стыдно, что самую смешную шутку в этой истории сказала массажистка.
Я зачем стендапом занимаюсь столько лет вообще? Я, может, не тем занимаюсь, мне, может, в массаж уйти вообще. Да, ты просто ей говоришь, все, ложись, я тебя теперь делаю. Ты победила. Вот. Да. И просто, алло, стендап на ТНТ, вот она завтра придет вместо меня. Да. С тех пор я пару раз еще сходил, и все, и больше не хожу. Как пару раз? Много. Ты чисто уже ходил шутки записывать. Просто лежишь такой, а что вот эта вот тема? У меня заход есть туда. И что, вы одни и те же деньги друг другу, да, передаете? Да, да. Получается, у вас... У вас, получается, бартер был. Этот известный оборот денег, стендап-боди вот этот. Да, очень стыдно, короче, за все это. Все, что я сейчас все, я не хожу. Я не горжусь этим вообще, естественно. Красавчик. Спасибо большое за историю. И не советуйте. Не советую, не ходите. Теперь постыдная история. Давайте. Бржана Кабулбаева. Давайте встречать Бржан Кабулбаев и его постыдная история. Мне было лет 16 или там... 16, 17, 15, где-то в таком отрезке, mm-hmm. это конец школы, старшая школа. И мы пошли, день рождения у друга. Мы, естественно, что сделали? Сняли квартиру. Просто ты на него посмотрел, естественно, что сделал? Вводим массаж. Да, я думал, я знаю правильный ответ. Сняли квартиру, здесь, кстати, недалеко, на Арбате, огромная квартира. И как раз в то время... Мы с одним моим другом сильно увлеклись качалкой, знаете, ну, типа, прям здоровый образ жизни, график в 7 встаем, в 10 ложимся, пить бросили, курить бросили. Подожди. Все. Да. 14-15 лет? Пить бросили? Или пить да. бросили? Курить бросили. Я окончательно бросил в 20, я так скажу. Я то есть... с 13 лет, да. Вау. Ну, не вау, а... Я удивлен. Алкоголь — это плохо, да. Да, это плохо. Да. И сейчас мне 29 есть еще. И мы, ну, ребята сняли квартиру, и мы, короче, с ними пошли. Мы такие долго думали, там, типа, идти, не идти, да, там явно много соблазнов, всего такого. Но мы такие, нет, мы пойдем, мы выдержим, мы же должны друга поздравить, с ним посидеть. И когда все закупали в супермаркете, там, алкоголь, сигареты, мы с другом творог набирали. И жестко осуждали тех, кто алкоголь и сигареты. Да, да. Творог еще не жирный. Мы такие гордые его так брали. С осуждением жестко смотрели. На вечеринке творог хавали. Мы сидели, хавали творог. Вы его еще вот так вот с полок брали, вот так. Реально, мы просто, прикиньте, вот, куча пацанов, все бухать идут, там, девчонки, а мы творог берем. Мы творог берем, бананы, и как будто что-то плохое, да, сейчас будет? И кефир. Что-то такое, да. То есть берем, вы прям заряжены на вечеринку? Заряжены жестко. И, ну, все, вечеринка началась, мы с ним вдвоем сидим. Ну, с нами никто не общается, естественно. Потому что от вас творогом пахнет. И потом. Мы сидим, хаваем. И алкоголь у этих ребят закончился. Мы все сидим, их осуждаем, короче, там, туда-сюда. Они, алкоголь закончился, они говорят, кто пойдет за следующей порцией алкоголя? И они решают, кто пойдет, кто-то идет уже. И к нам подходят, говорят, пацаны, ну, хватит. Будете, нет? И мой кент сидит рядом, нет, мы не будем, завязывайте, мы все, мы бросили, мы не курим, не пьем. Я говорю, или что? Он еще вот так говорит, нет. Примерно, он сидит, да, заряженный максимально, творогом этим давится у него, видно, ему не нравится, но он жрет этот творог. Я говорю, что, запарили, пацаны, хватит мозги парить, да, понты гонять, будет кто-то, что-то нет? И он такой, нет, мы не будем. Я говорю, слушай, может, ну... Я уже сдался, все, сломался, честно говоря. Я говорю, может, творог чуть-чуть водкой заправим. Я говорю, может, виски? Он так творог жрет и говорит, какой? Чистая правда, какой? Мы дам все. Там кого-то какой-то фитнес-виски должен был быть. Этот, ну, можно. Его там, понял, один вопрос осталось, дожать его, в принципе, и он уже на старт. Все, мы взяли виски, мы нахерачились там, короче, с ним. Все, там, типа, вот это все то, что я здесь 20 минут рассказывал, это все ноль. В ноль ушло, да. Мы насвинячились. И знаете, вот эта еще вечеринка, когда прям, ну вот, грязная. Ну, в смысле, непонятные люди ходят. Да, творог. Творог. Я в какой-то момент в комнату захожу, там вообще незнакомый никому тип по штанниках сидит на полу. Поняли? А это лето. Да. В каких-то непонятных... А, это вот эти вечеринки, где как этот, один двоих приводят, эти двое еще подводят, а рефлейм... Да, сетевуха, да. Сетевуха.
Это кто вообще пришел? Блин? Кто-то в ванной там общается по душам. Вот это дело, когда на балконе кто-то. И мы уже все, мы в хлам, все пьяные сильно. И в какой-то момент, ну, стучать начинают по трубе. По трубе стучат. Начинают. А, стучать? Нет, скучать послышалось. По трубе. Мы уже с творогом поскучали. Там уже. Да, все, достаточно уже. Начинают по трубе стучать, начинают звонить в дверь. Звонят в дверь, и мы начинаем паниковать. А там стоит домофон и, это, и домашний телефон. Мы все бухие, в хлам, начинаем орать. Соседи! Тихо, знаешь, когда все пытаются успокоить, но нихера не получается успокоить. Ты еще громче, ты пытаешься всех перекричать. Два кента вот так рядом сидят. Соседи! Тут такой, соседи! Вот так друг друга орут просто. Тише, блядь, пей тише! Вот это. Все орут, кипишуют. Эта дверь продолжает звенеть. Самый прикол, в этот момент никто из 20 человек не понимал, что эта дверь звонит. Реально. Они... Мы подходили к трубке и поднимали ее. Алло! Да, алло, орали. Какой-то тип, самый умник, в физмате учился, подходит, говорит, вот вы тупые, и домофон поднимает. Ему, естественно, никто не отвечает. В этот момент я вот так все это наблюдаю с комнаты, вот так валяюсь вообще никакой. Выхожу, резко срываюсь, башкой об косяк, башкой об другой косяк, и падаю нахер. Ты? Да. То есть у тебя какие-то личные счеты с косяком? Да. Что-то хата не очень. Что стучишь? И в ответ соседям башкой решил постучать, да? Головой по батарее не стучался? Тихо. Вы тихо. Я просыпаюсь, меня друг будет, говорит, что поедешь? Куда? Ну вот, типа, поехали, короче. Домой? Я не понимаю, куда ехать, он мне объясняет. А, просто говорит, что, поедешь? Да. Девчонок там практически не было, там. 3-4 девчонки было на всю изначально тус... или? Да, ну вот на вот этой тусовке. Ага. Он говорит, есть одни девчонки, в коттедже ждут. Мои массажистки, что ли? Твои? Ну, из моей истории. Ты уже такой, это мои. А, вы думаете, я историю рассказал, типа, я сейчас по массажам не хожу, у меня у самого свой массажный салон. Типа, я не договорил просто. Говорит, есть девчонки, короче, и говорит, ты менее всех пьяный, за руль сядешь. Просто ты единственный, кто упал, поэтому ты менее всех пьяный. Ну, типа, больше времени, пока они бухали, я спал, понял? А, ага. И, короче, я сажусь, мы едем. Они меня уговаривают. Во-первых, это было на Арбате, квартира. А коттедж где-то вот в сторону Каменки, поняли? Вот этот вот район, где вот эти все коттеджи. Это далеко, да? Да, вот эти коттеджи, которые 15 тысяч тенге, но внутри все в золоте. Есть же вот эти вот? А, вот этот, который казахский лакшери? Да, да, где вот этот диван, у которого вот эти вот резные... Все в стиле барокко, короче. Говорят, вот, девчонки, мы договорились, там нифиговые, мы едем в какой-то... Мы почти доехали до точки, и тут полицейские. Полицейские останавливают нас, мы, понятное дело, умоляем их, там, просим прощения, там, туда-сюда хозяин тачки выходит. И в какой-то момент я, ну, уже, поняли, все пьяные, в хлам. И я полицейскому сажусь, мы в машине у них сидим. Я говорю, ага, честно сказать, почему так случилось? Он такой, ну-ка, блин. Ну-ка, попробуй сформулировать. Ты хотел его этот, впечатлить своей искренностью? Да. И он такой честный мальчик. На самом деле, нифига ничего не искренне было. Так? Невероятно постыдная история, потому что я ему сказал, он говорит, ну и что случилось? Я говорю, я просто сегодня узнал, что я бесплодный. А тебе это как вообще на ум пришло в этот момент? Ну, ты я не знаю. Ты что-то увидел вот это вот? За рулем, папа, не гони. Мы тебя дома ждем. Так у меня нет никого. А, потому что я бесплодный. Я не знаю, мне казалось, это вызовет наибольшую жалость, понял? Я не знаю почему. Ну, типа, а вот что, вот как? Что ты сказал? Что отмазаться, да. Я ты не пьяный. Не, а вот у меня как сложилось. Я пьяный, значит, я в депрессии. Ты отмотал это. 16-летний, да. Логически назад. Да. Я говорю, и самый прикол, я говорю, бесплодный. Знаешь, какое завершение предложения было? Я говорю, вот еду к сестре рассказать. Да. Но это... Зачем? Как это связано? Почему я пьяный к ней еду? Ты это просто все клише хотел еще это там. Да, это. Но это прям стандартная ситуация для 16-летнего. Да, максимально. Мы там молодые все. И что он? Я не знаю, я, видимо, его так запарил. Он говорит, дай 20 тысяч. Я вылечу. Ну,
Чем в Каменке менты не занимаются, да? Машина особо не ездит, чё, бля. Да. Тут в Каменке одна татишка, если она тебя вылечит, поехали. Да, я даю ему 20 тысяч тенге. Мы подъезжаем уже в этот коттедж, уже такие, ну все, надо оторваться. Это 20 тысяч тенге нам стоило, поняли? Ну, типа... Ну, ты еще доволен, что ты бесплодный, тебе можно не предохраняться. Вот, мне там 16 лет было, на тот момент это 20 тысяч тенге, это где-то миллион долларов, да, было примерно? Где-то так же, да, было? Да. Короче, сижу, говорю, 20 тысяч, вот все, что есть. Мы подъезжаем к коттеджу, думаем, все, 20 тысяч надо оправдать. Подъезжаем к коттеджу, а там, оказывается, не только девчонки. Там вот так пацаны на входе встали. Там их парни? Какие-то. Мы подходим вот так, довольны. Там пацан на крыльцо выходит, пошел отсюда. И мы обратно такие. Все, мы едем обратно, мы злые. А, самый прикол еще, я пьяный за рулем, мне Кент в момент во время поездки говорит, блин, по пути заедем, я переоденусь. Плевать ему, что я пьяный, когда мы туда ехали, там вот так вот в обед, и мы поехали. И он в итоге... Он вышел, знаешь что, он был в рубашке, вышел в рубашку, одну пуговицу стянул просто и вот так вышел. И, короче, мы доехали до туда, девчонки нас отшили, все, мы едем обратно. Не девчонки, а парни. Может, девчонок никаких и не было. Просто там три парня живут и такие, в смысле, блядь, какие девчонки? Подожди, даже разговора не было, вы просто зашли, увидели пацанов. Мы заходим, к крыльцу подходим, там такие, пошли. И мы такие, все, спасибо, все, в принципе, то понятно. Вы даже не стали, типа... Даже... Нет, чё, ну там понятно, разговоры были, чё, приехал? Ты не стал их переубеждать, типа, да, типа... пацаны, не парься, бесплодный, типа. Я так зайду, выйду. У меня там сестра. У меня там. Хочу ей рассказать. Не, вы же еще занимались спортом. Мы же не смогли что-нибудь сказать. Да это качалка, брат. Качки что могут? Ну, ладно. Трем пацанам. Пацаны, пойдем, что творог похаваем. Пацаны, давай, кто присед больше сделает конкретно? У нас как раз друг переоделся. Пойдемте. Мы едем обратно к себе домой. И я подъезжаю уже. Мой друг вообще, который хозяин тачки, уже вообще не в состоянии. Я в то время жил с бабушкой своей. И я вижу, вот так задом сдаю, чтобы развернуться, короче. И смотрю, там три вот таких типа, знаете, сидят на картах. Уже эти другие же? Не, другие. Другие типы. Другие типы сидят на картах вот так. А там крыльцо у меня такое было, знаете, вот такое глубокое. Представили? Крыльцо глубокое? Ты на боди был, ты должен знать. Это ров? Ну, ров только горизонтальный, поняли? Окей. Да. Ну, в него, короче, жопой заезжаю. И в нем сидят трое вот такие на картах. И... Которые, знаешь, вот эти, они часть двора. Вот это вот. Да, вот они эти. Всегда там. Да. Которые не признают лавочки. Не признают. Да, дофига. Четыре лавочки рядом стоит, они на картах все равно на полу сидят. Да, чисто на себя надеются. Да. Ему говоришь, что он на лавочку на карты встает вот так. На спинку садится. Да. Да. Заметил, сидят... что они чаще всего худые вот такие вот, но вот так ходят. Нет? Начните. Ты очень плохой следователь, который... Опиши. Вот эти, которые... Хорошо, они там сидят. Они сидят там, и я вот так назад сдаю, и по идее можно было выйти и сказать, типа, ну, выглянуть, сказать, можете отойти? А я же, ну, как-то, не знаю. А они сидят, я понимаю, что упертые пацаны, понял, максимально. Я тоже же расстроенный. Было ощущение... Бесплодный, правильно? Разворачиваюсь и думаю, знаете, вот когда сдвинуть хочешь, и просто вот так им... Ну, газовые. Машины, да, газуешь так, чтобы они свалили. Ты как бы показываешь тебе, смотрите, я сейчас... Да, вот так назад сдаю, они сидят. Я вот так назад сдаю, уже вот так у носа его, они сидят, понял? Уже в камере заднего вида, там вот так вот лицо. Да. И, короче, слышу, один вот так, как дает по багажнику. Я выхожу, там начинается общение, мой друг просыпается, общаемся туда-сюда. И моя Пашка... Просыпается? Ну, он вообще, он вырубился, понял? Пьяный в хламину, да. У меня Пашка. А Пашка услышала это. Мне звонит отец. Говорит, вот, туда-сюда. Какие-то проблемы. Там Пашка слышит, что происходит туда-сюда. И я вот так рядом с ними стою. И просто, да. Нет. Да. И, короче, он понимает, что какие-то проблемы. И меня отец говорит, подожди, сейчас подмога приедет. Ну, что-то такое, понял? Типа, сейчас это... Сейчас тебе помогут. Да, я общаюсь с этими пацанами, и подмога вышла. Это Пашка вышла, начала. Да, как мне стыдно было перед этими пацанами. Я такой, пацаны, извините, я больше не буду так ездить вообще. Вот такая вот история. За меня просто. А
Все, Пашка сказал им. А Пашка, идите отсюда, она все сказала, там вышла. Не трогайте моего внука, он бесплодный. Да, спасибо большое тебе за эту историю. Не, на самом деле это есть в этом немножко стрёмность, потому что у меня примерно такая же ситуация была. Это убирает всю твою брутальность. Что именно? Ну, когда ты с кем-то стоишь во дворе и разговариваешь на высоких тонах, а потом бабушка, ну, у меня, в моем случае, она просто из окна сказала: «Эй, не лезьте к нему!» И они ушли, и я такой: «Эй, не слушайте ее, давай разберемся!» «Не слушайте ее, лезьте ко мне!» Не, мне интересно, что в этот момент понял. Причем уже они такие: «Ай, что к ним с ним вообще?» И все, и уходят. Мой отец, который такой, типа, ща этот, я позвоню там, понял, он в этот момент такой: «Так, мстители заняты. Чак Норрис не берет. Лига справедливости спят». «Алло, мам?» Вот так. То есть он реально ей сказал: «Выйди за него, пацан». Самое главное... Настолько меня всерьез никто в семье не воспринимает. Самое главное, он помог. Да, и она помогла. Сам пахан рядом с ней был. «Пашка, иди, мам, иди сходи». Еще разбудил такой. Да. Там. Айбек Сасан. Я, блядь, извини, не особо, бля. Да, спасибо тебе большое за эту историю. Да. Не пейте алкоголь. Так, ну и, пожалуйста, еще одна история. Ахжол. Давайте поаплодируем. Так, меня зовут Ахжол, мне сейчас 22, вот, чтобы было понятно. Короче, я вырос в ауле Исык. Кто знает Исык? Это за городом. И там есть район Дача. И, ну, я жил на дачах, короче, и вот. У нас зимой, то есть там все живут, все национальности. Район, дача имеется, да? Дача, четвертая дача, пятая, шестая, седьмая, это дача, район. А, дачи, просто дачи. Да, дачи, да. И у нас дача живет там разные национальности. Русские, уйгуры, узбеки, разные. И казахи, естественно, мы. И потом... Мы. Казахи, когда я делаю... Потом, обычно зимой русские уходят в город, чтобы там... Да. Да, нет, они... Нет. Это они как эти белые ходоки, они что? Нет, эти русские, они за стену уходят. Нет, они просто только летом приезжают, чтобы отдыхать, там шашлык жарить. Ну, это типа дача. Это дача. А мы казахи зимой летом там живем, короче, там печку топим. А вот русские, они знают, как жить, короче, на дачах. Они зимой уезжают в город, потому что у них там две хаты, в городе один, там есть там газ. А у нас в даче нет газа, кстати. Из-за этого мы там печку топим. И зимой вы живете в их хатах? Нет. Нет, примерно. Идеальная схема. Да, и потом где-то я в седьмом классе, в седьмом классе или восьмом, я вспомнил. И мы с пацанами, короче, воровали. Конечно, кімнің үйлерін, орыстардың үйлерін ұрлыққа жатырмыз. Самые безопасные дома вообще. Да, причем именно эта фраза на казахском, чтобы никто не догадался. Чисто казахи поугарали такие. Ладно. Мы, короче, воровали у них. Короче, у них в доме были такие коробка Биг Бона, Роллтона, короче, там. И разные инструменты для стройки, короче, вот. И мы зимой... Круто, коробка. У меня такое чувство, что они в какой-то дом... Сейчас история будет, в какой-то дом зайдете, а там Маколей Калкин. Один дом, который... И потом мы там... Я был, там еще три пацана, мы зашли, у нас еще план был. Двое стоят, смотрят на улицу, и мы вдвоем зашли. Потом один пацан взял себе вот этот веник для бани. Зачем ему, блядь, седьмой год? Вдруг у русских баня есть там. Да. Потом какой-то друг там коробку Роллтона взял, а я, дебил, взял лопату. Это вот то, что вы украли оттуда? Да. Я думал, вы с этим пошли туда. Нет, мы украли. Вдруг кто-то нападет, я веником буду защищать. Да, мы украли, то есть я украл лопату, потом это уже было летом, и уже там зима. А там, прикинь, остались телевизор. Деньги, драгоценности, яйца Фаберже. Я просто вот так деньги в центре комнаты лежат, вот так куча. Он только себя дебилом считает. Да. Потом я взял лопату, и я пошел домой, типа, и мой старший брат спрашивает, типа, откуда взял? Я говорю: «Речка Данкельда, Димо». У нас там речка. Зимой. Потом, не, уже, да, не, зимой речка там Ахтрат. Потом Ахтрат. Ахтрат. Опа. Потом уже... Дождь из лопат был, вот так.
Потом уже жаз болды, и вот самое интересное теперь, жаз болады, уже русские оралат дачаға. Оралмандар. Оралмандар. Почему, когда я рассказываю историю, всегда вам смотрю, не знаю. Нет, причем он знает казахский. Да, нет, братан, вы так смотрите вот так. Это да, ты ж, сука, украл лопату. Он знает казахский, он поет на казахском. Потом уже лето пришло, короче, мы в огороде работаем с братом, у нас там панамки, там, как говорится, орша, джераударватр. Перекапываем. Копать, да, перекапываем. Ну, готовим, короче, там, егинге, наново. Ага. И егинге, ну... Я себя представляю, как это, Турсунбека сольный концерт видел, когда он выступает, и он у этого помыл. А, орша сыграет. Ну, типа, граблями, да? Да, ну, жераударватр. А, ну, перекапывай, да. Да, жераударватр, потом егесим, значит, там, клубника, арбуз, деген сияқты, картошка. Засеивает, да, вот из-за подсказывает. Потом вот этот сосед пришел, русский. Ну, завор открытый у нас, огород видно, и мы братом, короче, работаем. И он такой, так смотрит завор. Это же мой лопата, ведь. Лопату узнал сразу, да? Лопату узнал, а я стою вот так, это мой, Дима. А еще брат... Потом дальше заходит, это мой Биг Бон. Да. Короче, он еще до конца зашел, до огорода, и мы стоим с братом, он говорит, это мой, это мой. Я говорю, нет, это мой, Дима. А брат спрашивает, он же с речки пришел. Это брат вот этому соседу говорит? Нет, мой брат говорит. Ну, твой брат соседу говорит. Он с речки пришел, лопата, это он принес. А он сосед говорит, нет, это мой, я знаю. И он показывает фотографии, прям, примерно там. Как они в кино ходят с этой лопатой? Нет. В парке гуляют с ней, нет, на аттракционах. Коллеги возле фонтана стоят с лопатой. Да, дальше, это свадьба, вот эта арка, и он признается в любви. Короче, там у него был Samsung DOS такой, старый телефон Samsung DOS. Ага. И он показал фотографию, он просто фотографировал свою лопату. Я показал, это мой. А мы не верим, то что мы еще не верим, прикинь. Да, он как будто знал, что у него украдут ее. Я такой... Да. Потом... Нет, прикольно, если бы с братом тоже ее заранее сфоткали. Вот у нас тоже фоткали. Просто речка течет, и лопата лежит. Потом... Нет, прикинь, они на речке прям кино снимали. Вот-вот-вот она течет на видео. Вот-вот. Нет, вот, и потом... Я, брат говорит, как ты докажешь, что это твой лопата бита? Он еще позвал свою жену. Она говорит, это же наш лопата бита. Это я ее родила. Да, и потом... Я прикинь, они говорят, такой, да-да, с речки она приплыла, мы ее поймали оттуда. И вот казаков как надо, то есть, уловить, он врет или не врет? У нас в ауле есть такое слово, если ты врешь, скажи «Валлахидит». И вот эти русские, вот это, то есть, они поняли? Мы там, что-то там, орсуватр, и сосед говорит русский. Скажи «Валлахидит». Это все, это уже запрещенный прием. Блин, уже не могу сказать, стою. И брату смотрю, это их лопата не мог. И знаешь, что сделал мой брат? Хорошо, да? Дай лопату дать, да? Он взял. Бах! Меня ударил с лопатой. И дам соседу. И дам соседу. Спасибо. Соседу говорит, спасибо. Сломанную лопату. Можно еще такую короткую историю расскажу? Короткую еще. Только что вспомнил. И вот для меня самый стыдный весь, потому что я сам учился в Жургенове, в колледже. И у нас бывают сессии, там мы ставим спектакли, отрывки. Экзамен был по сценической речи. Сценической речи, да? Потом мой одногруппник, он Александр Эрлихтинг, «Зеркало» дейтін монолога, короче. Он читает. И у него на сцене там реквизитор стоит, там зеркало, везде зеркало. А у нас в актерском мастерстве есть такое слово «подстава». Ты подставляешь своего там друга, чтобы было прикольно. А, это расколоть, чтобы да, засмеялся, чтобы, да. Да, короче, да. А я стою там сахнаның артында, там весь зеркало. Если ты сахнаның артында битсең, всему видно, что ты делаешь сахнаның артында. Мен дебил түсінбеген ғой, анаңша. Я стою вот так, бір айнаға, бөтімді көрсем, и все. Я там, прикинь, отражение, братан, вот так. Там начинается трансляция на все зеркала. Брата, смотри. Я вот так сечем, короче, покажу свою попу, и там зеркало отражение цвета, вот, и весь там, где-то 10 зеркал, 10 жоп, короче, там моя стоит. И потом, моего друга такой был монолог. Адам на айнах, он так читает, но зал смеется. Он не понимает. Зал смеется, он, я че с вами? И смотрит в зеркало, там жопа стоит. Что ты со своей задачей. И вот, пока я не сказал.
Вау. Спасибо. Вау. Да. Спасибо большое, Рахмет. Но, блин, вот это... Мне так понравилась кульминация истории с лопатой, что брат ударил его лопатой. Это чисто вот семья Корлеоне, знаешь, когда старший брат за предательство младшего убил же вообще. Да, а мне было интересно, знаешь, что вот в зеркалах вот эта вот жопа, и там след от лопаты. На жопе. Вау, ну, блин, спасибо большое за то, что... Ну, честно говоря, не каждый найдет в себе смелость признаться в таком, да и вообще ума, чтобы сделать такое, но... Нет, это на самом деле, это очень крутая история, на самом деле очень крутая. Вау, вау, супер. Так, сейчас будет очень сложно, потому что вам нужно будет выбрать, кто из вас... победил и кто проиграл. Вам нужно будет поставить друг другу оценки. Даете 2 балла за хорошую историю, 1 балл за менее хорошую. Пожалуйста. Мне вообще не сложно, я уже определился. Я ухожу, вот так я определился. Так, я послушал весь. Очень смешные истории, мне очень смешно вообще со всех этих историй. Но если говорить на предмет, мы же говорим, стыдная история. Волжовые истории такие, знаешь, они вот вторая, которая очень смешная, но она такая чисто хулиганская, знаешь, типа поприкалываться и так далее. Кто не прикалывается? Скажите, кто? Никто. Так, мы серьезные, блядь, вообще. Нет, ну понимаешь, что, может быть, вообще этого никто не знал. Все просто увидели жопу, но не знают до сих пор, чья это. Не, они знали, не знали. Он тебя спасал. И директор нашего колледжа, ну у тебя хорошая попа. Хорошая жопа? На жопу точно киноцит. Большое будущее в этой жопе. Я киноцит ингутхойно. Очень фотогеничная. Короче, да, лакжолы такие. Ну, то, что в детстве, оно такое. Ну, в детстве, да, что, типа. То, что оно в детстве, оно такое, ну, свойственно детскому. То, что вот Бержан сказал, такое, вот это уже все, это взрослый тип, 14-15. Для меня самое страшное из всего это даже, типа, стыдно не то, что вот там сказал, что бесплоды и так далее, а то, что пьяный за рулем. Для меня это такой, типа, ух, я такой, ну да, это за это действительно стыдно об этом так сказать, поэтому я, наверное, 2 балла дам Бержану и 1 Ахлову. Ну, типа, без обид. Да, нормально. Очень смешно все было. Ахмед, пожалуйста, Бержан. Блин, не знаю. Я на боди-массаже ни разу не был, если честно. У меня жена не в зале, если что. Я не поэтому это говорю. Ну, блин, красть тоже плохо, да? Ты загнал после... Ну, я и воровал тоже, хочешь расскажу? Усугублять все. Однажды Ролтон стащил. Блин. Ну, я Ахжол отдам 2 балла, чи не 1 балл. Хорошо, у меня. Я решаю еще, да? Ой, блин, не гимми сонга. Так. Ну, сейчас. Вот ты бы смог про боди-массаж рассказать? Да, да, да. А ты был на боди-массаже? Я чуть-чуть давлю на него, кажется. Я? Не был? Я был. Я серьезно, я был. Стыдно, да, согласен? Но пьяный за рулем-то не ездил никогда. Пьяный ездил, кстати, да. Так что тебе и то тебе близко и понятно. Тебе, да. Что из этого сказать на камеру более стыдно? Так, а ты и то сказал. Сейчас, я вашу историю слушал. Ой, что за шоу? Да, так, я вашу историю слушал. Очень хороший. Отец, о! Вот так, прикинь, как будто так сейчас закончится. Конверт, ДНК-тест. Не, просто у меня тоже был... Вообще прикольные моменты бывают, там, когда ты остаешься там на таких условиях. На таких условиях. Ну да, просто у меня были такие же очень много. Не очень много, то есть пару. Да, да, как у Тины. Это давно было. Я потом пару раз сходил, много раз. Сейчас я точно, вот, мне кажется, никуда не еду. Даже, ладно. Маларамисма, ведущий. Ведущий записывается. Ладно, не будем. Созганский, 2 балла вам. О. 1 балл вам. Ага. Ну, кажется, у всех по 3 балла, да? Получается... Дружба. Да, у всех по 3 балла. Получается, все проиграли. Подожди, ты же баллы еще раздаешь. Да, я еще баллы раздаю. Ну, я на самом деле хотел бы...
дать баллы в таком порядке. Ну, Акжол, спасибо большое за эту историю. Она была классная. Там было две истории. Две истории, поэтому я дам 2 балла. Я еще мог... Я могу 3 истории рассказать. Нет. 18, брат, есть. 18 историй. И сейчас я кому-то из вас дам 3 балла и кому-то 1 балл. Из нас с Бажаном? Да, 3-2-1. Получается, я Бржану, ну, именно за то, что человек, помимо того, что попал в эту ситуацию, ну, его уговорили. Он, по идее, был на правильном пути. Я не виновен. Вот это... Ой, меня тоже уговорили на массаж пойти. Я вообще не хотел туда идти. Нет, ты... Она звала тебя, приди, Чина. Ты на самом деле еще и травмировал вот эту массажистку, которую... Ты ее испугал. Вот, поэтому я 3 балла отдаю Бржану, 1 балл отдаю Шамилю Сувермеку. Итого, у нас побеждает Бржан и проигрывает Шамилю, и Бржан для него выбирает какое-то наказание. Да, пожалуйста. Что хочешь, брат? Ничего не хочу. Хорошо. Есть такое, типа, выспись? Такое наказание. Сходи на бодимассаж. А можно я выберу? В прямом эфире. Да, да, пожалуйста. 1 билет. Я потом почитаю, да? Да, да, да. Как прочитаешь, так и сделаю. Добавить в описание биозрителя кайфую от жизни и от боди. И какую-то массажистку указать, прикинь. Нет, это что такое? Объясни, пожалуйста. Смотри, сейчас тебе нужно будет... У тебя телефон с собой? Да. Берешь, делаешь... Давай сделаем селфи. С тобой? Да, вообще, можешь с нами, можешь сам себя сфоткать. И сейчас... Включите, пожалуйста, свои аирдропы. Ты просто рандомно кому-то через аирдроп отправишь эту фотографию. Мы не знаем, кому она придет. Мы так решили сразу вот этих, у кого Samsung, Android, отмести. Потому что, ну... Так, аирдропом скидываю. Да, включите аирдропы. Ты начинаешь скидывать через аирдроп. Там у тебя сейчас высветится очень много всяких разных людей. 8. Подожди, чтобы... 9. 10. 11. Чего? Все хотите, да, эту фотку? Так, и что, я скидываю кому-то из них? Теперь кому-то из них скидываешь. Человек получает, показывает, что он получил. Мы узнаем его Instagram-профиль. И ты в себе на Instagram-страницу добавляешь в описание профиля «Кайфую от жизни и от...» Его. Вот этого человека. Я нашел, кому я отправлю. Это человек. Не, можешь не говорить, можешь не говорить. Не, я скажу, можно, пожалуйста. На своих нельзя, кстати. Не, это точно не. Это у меня таких друзей нет. Капец там дофига. Да, очень много. А где, куда он пропал? А вот нашел. У человека airdrop подписан iPhone-ыч. Где ты? Куда ты пропал? Я тебе скидываю. Да, куда? Эй, не выключай! Ты где? Куда ты пропал? Все, он пропал, он не хочет. Айфоныч, включись, пожалуйста. Ты просто... Это... Бля, я не могу, они... Вот, все, скинул. Кто это? Вот. Все, я скинул. Не, давай сначала покажет фотографию. А, пусть примет. Много этих аирдропов. Все, если... покажи. Докажи, что это ты. Все. Мы берем ваш Инстаграм-аккаунт, и Шангэс добавляет его к себе в описание профиля. После таких историй, да. Кайфую от боди и от вот этого человека. О, это будет лучшее описание. Мастер. Да. Мастер. Все, спасибо большое. Давайте поаплодируем нашим участникам. Спасибо большое, что пришли, что рассказали истории. Рахмет.